Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов по делам молодежи Украинской Православной Церкви состоялась в Севастополе. Форум организован по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и вся Украины. Его участниками стали более 100 делегатов из 40 епархий, рассказывают наши коллеги из пресс-службы Севастопольского благочиния. Открытие форума началось с божественной литургии в стенах Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Богослужение возглавил председатель синодального отдела Украинской Православной Церкви по работе с молодежью, викарий Киевской митрополии, епископ Обуховский Иона. Участниками форума стали более 100 делегатов из 40 епархий. Конференции в первую очередь ставить перед собой задачу познакомить делателей на этой ниве. Самое главное, чтобы каждый из тех, кто занимается работой с молодежью, знал соседа в лицо. Чтобы лозунг, который пытались нам насильственно привить на протяжении последних лет, «Схит и захит разум» в православной церкви осуществился. И действительно это осуществляется. Уже священники с западной Украины ездят на восточную, паломники из северных областей ездят в южные области. И очень существуют тесные контакты между молодежными организациями православной церкви. Особенностью четвертой конференции стал состав ее участников. Это не только главы и представители епархиальных молодежных отделов, но и активисты, действующих в епархиях православных молодежных организаций. Участники получили возможность поделиться собственными достижениями и ознакомиться с опытом других. За эти три дня просто слушаешь другие наработки, которые происходят в других областях, в других епархиях. Естественно, что-то применяешь себе или же это было у нас. Одним словом, обмен идет, несомненно, обязательно. Насколько я знаю, и Киев, и Севастополь занимаются с молодежью не только в направлении развлекательном, в направлении волонтерском. То есть, чтобы люди с юных лет понимали, что нужно помогать старикам, нужно помогать ребятам в детдомах, нужно помогать адаптироваться после интернатов, поскольку ребята социализируются очень тяжело. Единственное, наверное, в Севастополе больше поддержка со стороны госструктур видна, поскольку если у вас празднуется День семьи, он празднуется на городском уровне. Торжественное открытие конференции состоялось в кинопавильоне Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя. К участникам обратился правящий архиерей Симферопольской Крымской епархии митрополит Лазарь. Мы, когда встречаемся по этому вопросу, мы, то есть все сотрудники епархии, и по вопросу молодежи, у нас только одна цель – как не упустить этого молодого человека в грех. Какой прекрасный у нас в руках меч с вами, Священное Писание. Сколько там прекрасных есть притчей, которые мы должны раскрывать, эти притчи, перед каждым молодым человеком. Должны доносить до ведома суть этой притчи. И я думаю, что успех будет, конечно, нам всем обеспечен. Работа молодежного форума продолжилась в Балаклаве. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.